Натрий – мягкий, активный щелочной металл серебристо-белого цвета. В свободном виде не встречается. Его плотность равна 960 кг на метр кубический. Температура плавления 98 градусов по Цельсию, а температура кипения 883 градуса по Цельсию. Натрий занимает четвертое место по активности после цезия, рубидия и калия. Ионы натрия окрашивают пламя горелки в желтый цвет. Для дальнейших опытов нарежем натрий на куски. Я режу натрий легко ножом, потому что этот металл очень мягкий. Я храню натрий под слоем керосина, чтобы он не окислялся. Вот, такие кусочки нам вполне подойдут. Теперь бросим кусочек натрия в воду. Натрий расплавляется, выделяется водород, который сам собой вспыхивает. А поскольку водород начал накапливаться, произошел взрыв, и это разбросало кусочки натрия, которые начинают гореть на воздухе и взрываться. Повторим опыт, только теперь подожжем кусочек натрия. Теперь подожжем кусочек натрия с серой. В результате реакции образуется сульфид натрия. Здорово.